Ну, в общем, как видите, камера невозможно греется. Я не вижу, тут что-то видно, не видно. А этот добрый господин отвел домой нас. У него там домик прям недалеко от этой точки. Как вы поняли, он за пожарами следит. В общем, мы набрали воды. Там ребята часть осталась там отдыхать. Я поехал посмотреть Митю, он куда-то вперед улетел. Но не нашел, видимо, далеко. Сел перекусить. У нас, в общем, привал. Мы сегодня в ресторанчике взяли немножко еды. Вот видите, у нас хлеб, вода. Такой завтрак. Завтрак турист. Еще какой-то был вопрос. О, господи, сколько ж тут мух. Еще был вопрос, там спрашивали насчет Мити, откуда все это узнает, изучает ли он Балканы. Ну, наверное, сейчас можно сказать, что он изучает Балканы, но не совсем. Просто Митя скачал очень классную книжку большую, я не помню автора. Женщина писала про балканские страны, просто огромные там тысячи с лишним страниц. Он периодически там что-то вычитывает и рассказывает об истории этого края, за что ему большое спасибо. Очень круто получается. Ну, не знаю, пока мы, в общем, стоим здесь на привале, вот так вот все выглядит. Из красивого я вам сейчас показал деревню. Вот там она. Классные такие домики среди руин. Здесь вообще очень много руин, потому что, как уже сказали, здесь почти все разбомбили во время Боснийской войны. То еще было время. А это такое уютное местечко я тут нашел. Скалы, мох. Все круто. Ну вот, в общем, я пока пообедаю. Скоро поедем дальше. До Дубровника осталось километров 30. Пока.